наш песочный герой – маленький слоненок. После того, как мы нанесли песочный фон, рисуем большим пальцем красивый ровный круг по центру. По размеру он должен быть и небольшим, и не маленьким, что-то среднее. Дальше, собрав пальцы в кулачок, рисуем толстые и сильные ноги. Большим пальчиком придаем им правильную форму. Дальше тем же пальцем выводим на песке уши слона. Постарайтесь, чтобы они были похожи друг на друга и по размеру, и по форме. Чтобы наш слоник сидел, дорисовываем ему тельце. Ну и наконец, большим пальчиком или кулачком рисуем нашему герою хобот. Глазки наносим приемом рисования из кулака, а бровки рисуем большим и указательным пальчиками. Мизинцем или ногтем ставим блики и очень тонко наносим характерные складочки на хоботе. Ступни слоника также имеют свои детали. И последнее – это небольшой хвостик с кисточкой. Кстати, а вы знаете, как будет слон по-английски? Elephant. Запомните, как пишется и произносится это слово. Итак, наш слоненок готов.